Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Уборка по заявкам. Чебоксарцев просят сообщать о неубранных сугробах. Сделай сам. В Канаши открылась мастерская роботов по принципу «do it yourself» – DIY. Город дружбы. В Новочебоксарске прошел фестиваль «Единство народов и культур». Десятилетие патриаршей интронизации сегодня отмечают в Москве. Среди почетных гостей торжественной церемонии глава Чувашии. Епископ Русской Православной Церкви Кирилл не раз отмечал, что властям республики удается сохранить межконфессиональное согласие. Подробности в следующем материале. Трансляция из зала Большого Кремлевского дворца. На торжественном акте интронизации гости со всего мира. Президент России отметил, что заслуги епископа сложно переоценить. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Русская Православная Церковь, вера становится тверже. С десятилетием избрания патриарха на престол поздравил и глава республики. 10 лет уже прошло с избрания патриарха на престол. Много сделано, все больше молодежи ходит в церковь. Все ближе церковь к нуждам верующих, в том числе и географически. Открываются новые приходы не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Это кадры 2011 года. Тогда назначенный на пост президента республики Михаил Игнатьев встретился с патриархом в его резиденции на Чистом переулке в Москве. Пожелание помощи Божией в этом высоком служении Отечеству, ответственное служение. А вера нас призывает к тому, чтобы все, за что мы брались, было во славу Божию и в пользу людей. И тогда Михаил Игнатьев заверил, что для него приоритетная задача – укреплять межнациональные связи и развивать диалог с традиционными религиозными конфессиями. 98% это у нас православных, поэтому в мире согласии жили, в добре. Самое главное – задача розжига межнациональным, межконфессиональным отношениям не дала. Спустя 4 года глава республики встречал патриарха в аэропорту Чебоксар. Мы рады вас встречать. Для нас это огромная честь. Благодарю вас. Спасибо. В интервью нашей съемочной группе епископ Русской Православной Церкви признался, что впервые в Чебоксары он приезжал 50 лет назад. Знаю, что за это время Чувашия и город Чебоксары прошли большой путь. И в смысле обустройства жизни светской, и, конечно, в смысле церковного развития. И мне очень хотелось увидеть новое лицо Чувашии. Еще одно заметное событие тех дней. Патриарх дал начало строительству соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского, заложив капсулу для потомков. Храмы строятся тогда, когда в них есть потребность. А если потребность есть, то это значит, живет вера в сердцах. Визит патриарха московского всея Руси Кирилла пишется в истории и культуру чувашского народа золотыми страницами. Духовно-нравственная основа давала, дает и будет всегда давать людям дополнительные стимулы, вдохновение на добрые дела, на благие дела, во благо жителей Чувашской республики. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика. Следственный комитет по Чувашии подвел сегодня итоги прошлого года. О раскрытых резонансных делах Ольга Пырочкина. Останки тела найдены, виновница преступления созналась спустя 27 лет. Летом 2018 года следователи Чувашии совместно с полицейскими раскрыли убийство, которое произошло в 1991 году. Убийцей мужчины оказалась его родная дочь. Последняя под давлением собранных улик была вынуждена признаться в содеянном и показать место захоронения, где и был обнаружен труп ее отца. Раскрывают убийство в Чувашии в 97% случаев, изнасилование в 100%. Обращаю внимание, это грамотная организация следственно-оперативных мероприятий, раскрытие всех преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а их было 81. Это не 2, не 3, не 4. И здесь основную роль в этом плане сыграли совместная работа.
При этом, благодаря профилактике, такой как работа с ранее судимыми и контроль порядка в общественных местах, в прошлом году число убийств снизилось наполовину, других особо тяжких преступлений – на 20%. Активная работа с лицами, которые не платят своим сотрудникам зарплату, привела к тому, что большая часть долгов вернулась людям еще на досудебной стадии, остальными занимается суд. Что касается коррупции, здесь количество дел увеличилось наполовину. За нарушение при строительстве нового следственного изолятора осуждены трое должностных лиц системы исполнения наказаний. Из 221 дела больше 50 возбуждено в отношении должностных лиц. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Мастерская DIY-роботов появилась в канарской школе номер 11 имени Героя Советского Союза, нашего земляка Ивана Кабалина. Как прошли первые занятия и чему уже успели научиться воспитанники клуба, расскажет Юлия Важенина. Здрасте! Вставать не надо, убираться не надо, в магазин не надо, только удовольствие. Это ли не мечта каждого жителя планеты, чтобы всю неприятную работу за человека делал робот? Эти школьники, возможно, в будущем создадут такую универсальную машину. А пока участники мастерской DIY-роботов изучают основы программирования и электроники. Дети, во-первых, ребятки учатся чему? Понимают, как работает электронная схема. То есть, как проходит ток, как нужно подключить элементарно светодиод, чтобы он просто не сгорел, как работает пьезоэлемент, как начинают работать моторы, сервомоторы и так далее, так далее. То есть, какие-то вот такие, ну, достаточно простые вещи, но которые потом помогут им понять уже более сложную механику, более сложно какие-то реальных, например, тех же самых роботов. Мастерскую посещает 50 человек. Они поделены на три группы по возрасту. Каждый занимается тем, что его больше интересует. Например, Илья Терентьев увлекся анимацией. Ну, я сейчас делаю анимацию «Кот с мячом». Сделал уже «Кот Обжора», вот тут игра. Я хочу овладеть языком программирования для микроконтроллера Arduino. Я просто остаюсь после школы и уже остаюсь в третий раз. Мне просто нравится это занятие. Основная идея этого курса – самостоятельная работа, то есть в итоге ученики должны собрать что-то свое, оригинальное. Курс рассчитан на 20 занятий. После его окончания юные техники смогут участвовать в олимпиадах со своими проектами. Как, например, Рома Сергеев. Он уже в числе призеров чемпионата Junior Skills. В прошлом году Рома занял второе место в компетенции робототехника. Мне нравится именно робототехника, роботы. Я сначала начал этим заниматься в 2014 году на соревнования, но позже меня уже начала привлекать сама идея построения роботов, выполнение задачи поставленной, где человек не может справиться или может быть заменен. Это новые для меня модели, я занимаюсь с ними не так уж и давно, и я хочу их, так сказать, познать. Осваивают основы программирования юные техники Канаша при поддержке фонда президентских грантов. И, возможно, в будущем мы услышим их имена в числе лауреатов, например, Нобелевской премии. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Хотите чистые тротуары и парковки? Оставляйте заявки. Неделю назад глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков объявил о возобновлении акции «Стоп сугроб». Как она работает, об этом далее. 34 жалобы на сугробы поступило от жителей Ленинского района столицы за неделю. Чаще всего просили расчистить парковки во дворах и у близлежащих учреждений. Сегодня коммунальные службы смогут отчитаться по заявлению Ирины Назаровой, которая живет в одном из дворов около Русского драмтеатра. В рамках акции «Стоп сугроб» мы подали заявку о том, чтобы помогли расчистить наши дворовые территории. Управляющая компания, наши дворники стараются очень, они отрабатывают хорошо по максимуму. Нужна механизированная помощь, механизированная уборка снега. После того, как прошел снегопад, счет у коммунальщиков идет на часы. Ну, время на уборку проходит примерно около суток. А дальше идет доработка уже. Вывод бордюров, очистка тротуаров до асфальта. Если спустя трое суток сугробов в вашем дворе никто не убрал, можно смело отсылать фотографии по адресу, который вы видите на экране.
Все жители города Чебоксары, независимо от района, могут отправить свое обращение, жалобу о том, где не чистится и не убирается снег. На данный момент все эти обращения отработаны. Вот последнее обращение вот на заднем плане можете увидеть. Мы убираем. Чтобы акция работала, нужно, чтобы автомобилисты не игнорировали объявления от управляющих компаний с просьбой убрать машины на время работы техники. Впрочем, есть еще вариант. Мешающие автомобили просто переместят на другое место. За прошлую неделю 100 автовладельцев не нашли своих железных коней там, где их оставили. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. Конец зимы – традиционное время для обрезки и формирования крон старых деревьев на улице столицы. Результаты работы коммунальной службы будут видны весной. Татьяна Гаврилова называет себя парикмахером. Уже на протяжении 20 лет работает в Зеленстрое и следит за прическами деревьев в городе. Сначала стрижем снизу, кто сколько достает. Вот сами видели, у нас сучкорезы очень длинные, тем более тут деревья очень высокие. Вот в один этап, вот кто снизу стрижет, потом с подставки, вот специально оборудованной для этого. И потом уже с автовышки, с манипулятора, самую верхушку, чтобы ровненько, гладенько, как шапочка, чтобы была. Именно зимой, когда сокодвижение в деревьях замедленное, проводят обрезку, формируют кроны. Такие стрижки показаны липам, тополям и ивам. Бригады работают целый световой день. На каждое дерево уходит в среднем около получаса. В Ленинском районе у нас... Под формовую стрижку идет 4830 деревьев. Из них мы сейчас 3000 постригли. Осталось постричь 1800. Это в основном центральные улицы остались. Центральные улицы – это Карла Маркса, проспект Ленина. Почти 13 тысяч деревьев в столице ежегодно проходят формовочную, омолаживающую и санитарную стрижку. Работники Зеленстроя успокаивают чебоксарцев. Подрезают ветви строго на определенную длину. Весной все деревья начнут расти вновь. Вопросы возникают тогда, когда проводят глубокую обрезку зеленых насаждений. Потому что кажется, что если мы обрезали это дерево достаточно резко, глубоко, поставили его на столб, что все, дерево погибнет. Но это тоже как метод омолаживающей стрижки деревьев является. И в данном случае дерево уже буквально через год, через два, больше, конечно, максимальный срок – это вот не меньше 3 лет, когда оно в настоящее превратится в красивое, хорошее дерево. Но если вот далеко от площади Республики не ходить, то вот напротив... Рядом с сельхозакадемией находятся деревья, целый ряд деревьев, которые вот вначале очень горожане переживали. Вот. И сейчас, если посмотреть, они уже совсем другую форму обрели. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Республика. Город Цивильск и село Батрево одержали победу в республиканском конкурсе «Огни Чувашии». В смотре на лучшее световое оформление улиц принимали участие 20 муниципалитетов. Члены жюри оценивали нестандартные подходы и оригинальные композиции. Лидерам конкурсного отбора вручат дипломы правительства республики. Световыми инсталляциями в районах украшали жилые дома, фасады магазинов и памятники. К созданию праздничной атмосферы подключились и жители. На парк много... развесили снежинок светящихся, тоже искали. Одной из проблем было именно найти в наличии в городе те или иные элементы благоустройства. Было закуплено очень много метров гирлянд и на Большое кольцо, на трассу М7, где, в принципе, очень большой поток машин, и люди проезжают и видят вот эту красоту. Мы обратились и к предприятиям города, которые тоже откликнулись и вместе с нами наряжали свои здания, что, естественно, сказалось на результатах конкурса. 155 лет со дня рождения первого краеведа Мордовии, выдающегося этнографа и просветителя Макара Евсеева, отметили на его родине в Ибресинском районе. Народные обрядовые песни, национальные танцы, костюмы – все это Макар Евсеев бережно собирал всю свою жизнь. Будучи педагогом по образованию, он занимался не только педагогической деятельностью, но и переводил книги, составлял литературные словари макшанского и ирзянского языка, написал первые буквари. Именно вот на таких мероприятиях это особенно я ощущаю, какой важный вклад
в образование мордовского народа внес мой дед. Здесь вот на его родине, на родине моих родителей, это как ощущается как-то сильнее. Чувствую гордость за моего деда. Евсевьев родился у нас в селе Малые Кармалы, сейчас Ебресинского района Чувашской республики. Мы гордимся, что в такой маленькой деревушке родился и вырос просветитель мордовского народа. Он сделал очень многое для Эрзи. Выпускал учебники, написал азбуку для детей. И кроме этого, он изучал обычаи и традиции мордовского народа, издавал такие большие труды, как «Чувашская свадьба». Через вот эти фотографии мы узнаем жизнь и быт мордовского и эрзианского народа. Макар Евсевьев часто выезжал в экспедиции, собирал народный фольклор, предметы быта мордвы. Евсевьев был первым национальным фотографом-ученым, зафиксировавшим многообразие бытовой культуры мордвы. Собранные им коллекции одежды, украшений и иных предметов быта макшан и эрзян хранятся в центральных музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саранска, Гамбурга, Парижа и Хельсинки. Новочебоксарск – город единства народов и культур. Фестиваль под таким названием стал уже традиционным праздником. Как умеют дружить, творить и принимать гостей жители города-спутника в нашем следующем репортаже. Татары, марийцы, армяне. В ДК «Химик» собрались представители различных диаспор и землячеств. Аутентичность любого народа – понятие многогранное. Мы представляем два номера. Татар-мишар, которые у нас издревле танцевали, пели бабушки, наши дедушки. У нас в селе все татары-мишары. Татар-мишар – очень интересный был фольклор. Даже если мы с детьми разбираем старинные танцы. У нас есть один танец, это танец с платком. Это танцуют только, танцевали в нашем селе только бабушки, девушки, прикрывали лицо. Новочебоксарск – город особенный. Гидроэлектростанцию на Волге и химкомбинат в 60-е годы приезжали строить со всего Советского Союза. В Новочебоксарске вот уже 59 лет в мире и согласии живут люди 53 национальностей. Спасибо вам за мир, согласие. На фестиваль в национальных костюмах пришли целыми семьями. На сцене танцы разных народов. Так родители, дедушки и бабушки знакомят детей с историей многонациональной России. Не обошлось и без национальной кухни. Мордовские ватрушки с творогом, панджакай, пирожки с яблоками, верзере, блины с манной крупой и моченые яблоки. Где еще попробуешь такое? Наш народ дружелюбный. Очень, как бы сказать, приветливый. Всегда встречают гостей хорошо и провожают хорошо. Дружат со всеми народами, дружат и с чувашами, и с татарами. Со всеми дружат. На чувашском столе традиционные местные блюда. Чагат, хуплу, ягодный напиток сывлах. В этом городе живет самый дружный, самый активный и самый трудолюбивый народ. Поэтому желаю вам и в дальнейшем жить в дружбе, мирного неба над головой вам, здоровья, счастья, успехов, любви вам. Живите дружно и дальше. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Чебоксарская детская команда по слэдж-хоккею провела товарищеский матч против команды школьной лиги. О необычном хоккее на санках и коньках в нашем следующем сюжете. Охотники. С хоккейной защитой мама Мила справляется за 15 минут. Ее сын Демид – самый юный участник команды «Адал». Заниматься слэдж-хоккеем мальчик начал в 4 года. Уверенность у ребенка появилась, стремление. У нас все свободное время, он дома отрабатывает удары. Все, что летает – это шайба. Все, чем можно отбить – это клюшка.
Игроки Адова разных возрастов, но это не мешает им быть полноценной командой. Вратарю Ване Шестакову 16 лет. Вратари настраиваются на игру как-то по-особенному, потому что от них зависит больше результат матча. И, ну, я считаю, что выигрывает команда. Матч – это конфета, которую мы едим вместе. И, ну, мы будем делить площадку. Я сам играл одно время в школьной хоккейной лиге 2 года. И, ну, мне это уже понятно. Последние штрихи, и можно выходить на лед. Сладж-хоккеисты катаются на специальных санях с полозьями, в руках 2 клюшки. Можно отталкиваться и наносить удары по шайбе. Перед стартом матча – раскатка. С ребятами из школьной лиги сладж-хоккеисты играют в первый раз. Формат товарищеского матча – 3 периода по 10 минут. Небольшое количество игрового времени – не повод для отсутствия голов. Открыли счет нападающие прорыва. Сладж-хоккеисты не растерялись и забили ответную шайбу. На перерыв команды ушли с ничейным счетом. Стараются ребята. Вон гол забили. Игра хорошая, но если, ну, как сказать, легко. Легко и сложно. Мы стараемся давать фору им, конечно. Самое главное – удовольствие получить. А соперник, конечно, не равный, но ничего страшного. И мы их одолеем рано или поздно. Напутствие тренера свое дело сделали. Хоккеисты Адова выиграли в матче со счетом 3-2. Эффективная игра была сегодня. Ну, мы сыгрались достойно. Защитники играли хорошо, нападающие хорошо. Сладж-хоккей нравится, что, ну, есть команда. Можно играть здесь. Есть хорошие друзья, которые могут тебя поддержать. Команда по сладж-хоккею молодая, ей меньше года. Но ребята уже успели побывать на фестивале в Санкт-Петербурге и турнире в Канаде. Сейчас в Адале тренируются 11 хоккеистов. И, конечно, детям очень нравится заниматься. Они, ну, социально адаптированы, они выезжают, они приобретают большое количество друзей, что позволяет им очень хорошо продвигаться в профессиональном уровне, в творческом, проявлять себя активно и стать в будущем хорошими спортсменами. А мечта, конечно, наших детей – это войти в паралимпийскую сборную России. Вскоре осуществить свою мечту смогут больше детей с ограниченным здоровьем. В команде появится 3 новых саней для сладж-хоккея. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. В этот раз роскошная меховая выставка от компании «Вятские меха», которая проходит под лозунгом «Все ради женщин», привезла в Чебоксары более 500 моделей. Ее ассортимент впечатлит любую даму. Особое внимание стоит обратить на норковые шубы и жилетки из новой коллекции сезона 2018-2019. Можно отстегнуть длину вот таким образом. Из длинной шубы превращается в полупальто меховое. Также можно отстегнуть рукав таким образом. Все изделия можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет, так и в рассрочку от 6 до 36 месяцев. Для тех, кто желает приобрести за наличный расчет, мы предоставляем скидку до 15%. На ярмарке представлены шубы только российского производства с гарантией качества и по низким ценам. Приходите на выставку «Вятские меха», которая проходит с 1 по 3 февраля в ДК «Тракторостроителей», Эгерский бульвар, 36, и совершите покупку любого норкового изделия.